Может быть, немножко грустно, но меня эти размышления в последнее время... Нет, даже не так скажу. Этот музыка к этому романсу написана Валерием Агафоновым, и я счастлив сегодня вспомнить его имя, и включая то произведение, которое он на стихи Гумилева написал. Зачем они ко мне прокрались думы? Как вор ночью в тихий мрак предместий, как коршуны зловещие угрюмы. Они жестоко и требовали мести. Ушла надежда, и мечты бежали. Глаза мои раскрылись от волнения, и я читал на призрачной скрижали свои мечты, дела и помышления. За то, что я спокойными глазами смотрел на уплывающих к победам, за то, что я горячими губами касался губ, которым грех неведом, за то, что эти руки, эти пальцы не знали плуга, были слишком тонки, за то, что песни вечные скитальцы томили только горестные звонки. За все теперь настало время мести, обманный нежный храм слепцы разрушат, и думы воры в тишине предмести, как нищего во тьме меня